Тихо. Тихо. Саш, сейчас получишь. Ты сильно уже сам себе, что ли, заехал? Опаньки. Ну давай починит папа сейчас. Как Кириллу еще не попало в глаз. Там гвоздями было прибито, но не суть, не в этом дело. А что, я уже не починить? Да починить, это можно. Она и так у тебя, Саня, треснутая была. Он висел у тебя на стене, вот бы и висел еще 200 лет. А? Кто это делал? Нет, это они с Абхазии привезли. Конечно, Саш, не надо таскать такой. Вот это сейчас называется подлость, блин. Из-под тишка подошел? Из-под тишка подошел и тырнул. Ой, господи, как вот достал. Не трогай, своими пузами. Блин, вот эти только гвозди надо вытянуть вон. Все это посадить на клей, замотать веревкой, и все будет хорошо. Сделай это, Женя, сделай. Ну, давай теперь посадим. Я убиваю все, я... Все, помираю. Саш, ну ты специально. Ты вот, ты понимаешь, ты вот можешь сделать только тогда, когда на тебя никто не смотрит, где-нибудь так подойти, ударить и убить. Ну что? Вот я тебе показал, я на тебя смотрел. Даже вернуться не можешь. Это тоже. Ну. Да нет, я тебе говорю, что ты лох и есть в Африке лох. Ой, это еще. Вытянем, подумайте, гвозди. Вдруг.